формирует гармонично развитую личность. Кешкі уақытта костер жағамыз. Когда спрашивают, вот что тебе дал политехник, бешеную энергию. В первую очередь, это легендарный фестиваль. Если честно, я в Казахстане ни в одном университете такого не видел. Танцевать, петь и учиться. Она друг другу никогда не помешает. У меня вся семья, мама, папа, два старших брата, это все люди, которые учились и заканчивали политех. И я вот практически, сколько себя помню, столько я слышал Казпти и Казпти, и в частности от мамы с папой я всегда слышал про весна Казпти, потому что у меня папа играл в оркестре, мама, оказывается, играла и пела. У меня когда спрашивают, что тебе дал политех, я говорю, бешеную энергию. Там это про другое совсем. Но здесь 4 года я училась в политехе, и это, наверное, самые яркие периоды моей жизни. Я учился в музыкальной школе, и когда я поступил в политех, увидел на доске объявления, кто хочет записаться в кружок домбра. Будет студенческая весна, приходите, будет репетиция. Досмо Касан родился здесь, в стенах этого университета. И мы практически с первого курса познакомились с ребятами. Вот, у меня было музыкальное образование, поэтому делали первые шаги. И вот первый концерт был дан в сцене. Раньше назывался «Актовый зал». Все репетиции мы проводили в этом зале. Я тут дерзкий перваш, вот такой челкой. Прибежал и такой говорит: не, ребят, вот это ставить не будем, давайте ставить вот это, давайте осовременим. В итоге я стал режиссером-постановщиком, и вот вплоть до окончания магистратуры я занимался весной своего института. Я сама не помню, каким образом, но как-то я оказалась организатором. Ну, то есть вот собирали студентов, ну, я, конечно же, на себя взяла танцы полностью, да, постановку. Тоже группу, чтобы собрать. Тогда мне это казалось, что я не знаю, что я какой-то Оскар, прям вот к этому вот готовимся. Мы, то есть, такие эмоции были классные. Біздің өнерпаздар Мәскеуде неше рет концерт қойды. Одақтық конкурстарға қатысты. Соның бәрі осы қазақтың көктемінің арқасы. Я пошел, участвовал в этом оркестре. И в этом оркестре, уже видя, кто там из студентов начал организовывать оркестр, я начал подсказывать. И они на меня: а ты откуда знаешь? Я говорю: я закончил музыкальную школу, ну-ка давай покажи. И мы сыграли Ататолгау и Валбрау оркестр. И этот оркестр занял первое место. Оказывается, я поступил же в горный факультет, а этот оркестр был металлургического факультета. И на следующий день меня вызывает декан и говорит: почему ты участвуешь у металлургов, а не горняков? Представляете? И вот я с того момента начал собирать оркестр. Досму Касан, он составлен из слогов имен участников. Дос – это я, Досым, Му – Мурат, Ка – Камит, Сан – Саня. Вот этот Ка – Камит, он был секретарем комсомольского бюро нашего факультета автоматики и вычислительной техники. И вот Хамид говорит: ребята, давайте что-нибудь организуем такое. Мы говорим: какое такое? Он говорит: ну, фестиваль, конкурс, значит, в политехе, по художественной самодеятельности, по различным жанрам. Начали над этим работать и организовали первый фестиваль. Назвали его «Весна в политехническом». Сосын концерт әр жылға бір-бір атау қойдық. Бір жылға достық, бір жылға махаббат, бір жылға техникалық білімнің болашағы өте зор деген сияқты қылып, сөйтіп жылдан жылға елдің қызығын танытып, барлық жанрларды көрсетіп, 3-4 жылдың ішінде біз 25 номинация бойынша бәйге жасайтын болдық. Мой младший брат, он сейчас является заместителем директора Института автоматики и цифровизации, да, то есть он тоже участвовал тогда на весне. Ну и, естественно, мы жили вместе. И подготовка к весне, мы не общались вообще дома. О, как дела? Все нормально, да? А, репетиция, да. И все. То есть мы очень сильно боялись друг другу нечаянно спалить наши номера. И вот эти репетиции до ночи, а иногда прям до утра бывали, да, и параллельно где-то бежишь, звук записываешь, где-то бежишь, там костюмы ищешь. Когда там во время танца запутался кто-то в шторах,
вот шторы висят, и что-то крутились, грузинский танец, по-моему, это был. Он типа, блин, нечаянно, сори, задел шторы, а у меня такой, как ты мог испортить танец. Ну, то есть вот какие-то такие моменты, вот я до сих пор вот их помню. У меня были определенный круг друзей на то время, которые мы познакомились. И мы буквально в течение, после окончания университета, в течение 5-7 лет мы общались. Сейчас кто где работает. Фестиваль, когда стал традиционным, студент среди студентов быстро распространяется. И они начали прорываться, студенты других вузов, на наши концерты. Через некоторое время уже в каждом университете тоже проходили подобные мероприятия художественной самодеятельности. И как бы огоньки загорались по всему Казахстану. 80-х годах таман бірнеше жылдан кейін сол фестивальге қатысқан студенттердің саны 7000-ға дейін жетті. 7000-ға дейін барлық оқуды 200-дей мұғалім қатысатын болды. Мұғалімдер мен студенттер сахнаға бірге шығады, бірге қуанады, бірге мұғаяды. За один фестиваль ты приобретаешь столько эмоций. Ты проживаешь целую жизнь. Ты коммуницируешь с людьми. Я думаю, что я именно благодаря вот фестивалю Казанту приобрела вот эти качества. Я работаю вот в медийной сфере, я там организовывал кучу концертов, кучу фестивалей, и вся моя база отсюда, на самом деле. Ну, я геолог, да, и у меня есть там навыки режиссера, там, не знаю, монтажера. Меня весна, на самом деле, так воспитала, что я уже не могу сидеть на одном месте там, да, где-то. И я такой, ребята, я пошел в это. То есть я остался как бы со своим институтом, со своими студентами здесь, в стенах нашего Сатпаев университета. Ты коктема боса, болмаса, досым, пасан, хорлар, мед, хорал, хорал, мы с педосом ойлаемся. Сол дейми, себе помаса. Получилось целое движение. Зачинатели политеховцы. То есть мы не профильно-творческий университет, но так сложилось, что инженерное мышление и творческое мышление – это одно и то же. На самом деле вот эти концерты – это и есть та самая возможность, это тот самый курс, который люди сейчас покупают за деньги, да, чтобы проявиться. Вот она тебе возможность. Я гуманитариям всегда говорю, ребят, вы, по сути, пересказываете, переделываете то, что существует. А инженеры и ребята творческие, они придумывают то, чего нет на самом деле. И на весне как раз-таки мы нарабатывали этот навык больше всего. На политехническом для нас трамплин. Это огромный трамплин. Вот если вы говорите, что мы стали легендой Казахстана, это все благодаря тому, что первыми людьми, которые нас поддержали, это студенты политех. Самые яркие моменты моей жизни. Весна – это огромная площадка для талантов. Можно сказать, путевку жизнь я поступил в политех. С первого курса, да, то есть получается, и до сегодняшнего дня я практически не было ни одного концерта студенческой весны, где я не участвовал. Вот это было очень сильным стимулом, сильной большой причиной для нашего дальнейшего роста.